Разве у нас есть выбор? Я не выбирал рождение в этом городе. Не выбирал свой пол. Не выбирал свой характер. Он сформировался с течением времени. Не выбирал маму или папу. Или кого-то из родственников. Эту радость. Это страдание. Это счастье или несчастье. Разве у меня был выбор не пойти в школу? Или не разбивать в детстве колени? Жизнь мне была дана. И как придет время, она также будет отдана. И пока она есть, самое лучшее, что я могу сделать, это пойти порисовать. А разве у меня есть выбор?